немножко поближе себе ко мне. Еще ручку. Водительский медосмотр для Эльмиры Нафиковой – привычная процедура. За руль пассажирского автобуса она села 7 лет назад. Теперь женщина не мыслит свою жизнь без сочинских дорог. В дни проведения чемпионата мира ее главная задача – перевозить футбольных фанатов к месту матчей. Болельщики, конечно, очень интересный народ. Они прямо все в предвкушении матча. Я так думаю, что я тоже в свободное от работы время обязательно буду болеть со всеми вместе. Наши победят. В дни проведения чемпионата статус спортивных маршрутов получили 5 городских линий. Плюс к этому болельщиков и волонтеров перевозят шаттлы по 3 маршрутам. С1 – аэропорт, Сочинский железнодорожный вокзал. С2 – и центр Сочи, Олимпийский парк. С3 – аэропорт, Олимпийский парк. На этих маршрутах мы увеличили количество подвижного состава, что позволило нам сократить графики движения, чтобы и гости, и наши болельщики могли максимально комфортно и быстро добраться либо к фан-зоне, которая здесь у нас в центре Сочи, либо к стадиону «Фиш». Интервал движения автобусов, обслуживающих спортивные маршруты, не превышает 3 минут. В дни Мундиаля большое внимание уделяется и безопасности пассажиров. Ежедневно водители проходят специнструктаж, а машины – скрупулезный технический осмотр. Одновременно транспортники ведут мониторинг пассажиропотока и ситуации на дорогах. Если на остановках начинают скапливаться люди, увеличивается и количество подвижного состава на линии. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.